все больше губкинцев присоединяются к флешмобу «Семейный альбом 89». Накануне его участником стала 4-я школа. Напомним, делиться снимками, которые сделаны в округе в разное время, предложил глава региона Дмитрий Артюхов. Цель флешмоба – вспомнить, каким был Ямал и каким он стал сейчас. Среди участников акции из Губкинского и сотрудница телерадиокомпании «Вектор» Ольга Кирьянова. В соцсетях она разместила фотографию из своего детства. Это, конечно, замечательная идея, этот челлендж. Я с удовольствием, конечно, присоединилась, потому что хочется вернуться в те времена. Они такие же теплые, это времена нашего детства. Беззаботные, интересные, несмотря на то, что мы жили, да, на автобазе. Здесь вот на фотографии я и две девочки со мной рядом. Мне здесь где-то 5 лет, это, наверное, 88-й год. Здесь мы жили в бочке, то есть такое жилье было. Для нас это было так интересно. После автобазы девушка со своей семьей переехала в 5-й микрорайон. Того дома, где жила Ольга, уже давно нет. Осталась только фотография и воспоминания. Эта фотография сделана в этом дворе. Это 13-й дом. Мы жили в 13-й квартире. Здесь я, моя мама Галина Михайловна, сестренка самая младшая Аня и наша соседка Марина Шубина. Сейчас этот дом снесли, возводят новый. В нашем дворе было 7 домов. Сейчас, конечно, ни одного из них нет. Все снесли, построили новые. И здорово, что наш город благоустраивается. Напомним, поучаствовать в акции «Семейный альбом 89» могут все желающие. Для этого нужно опубликовать ямальские фотографии прошлых лет и сделанные сегодня на том же месте с хэштегом «Семейный альбом 89».